Сеть магазинов «Ишонч» пополнилась еще одним филиалом, на этот раз в Алтынкульском районе Андижанской области. За 11 лет это уже 30-й магазин. Основная цель открытия – обслуживание населения на основании выгодной оплаты в рассрочку. Отметим, что в первый день работы для посетителей магазина были предусмотрены скидки и бонусы. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, пришло много людей, были организованы интересные игры, а победителям вручены памятные подарки. Наша сеть магазинов «Ишонч» поставила перед собой такие цели, как помощь людям и реализация их планов, создание для них удобств и приобретение необходимых товаров и улучшение условий быта. В магазинах «Ишонч» в основном работают молодые парни и девушки. Вот Мадина Ахмаджанова недавно закончила профессиональный колледж и устроилась на работу в этот магазин. Я окончила профессиональный колледж сервиса в Алтынкульском районе и принята на работу в магазин «Ишонч». Здесь нас научили работать квалифицированные специалисты. Мы теперь знаем почти весь ассортимент товаров. Условия, созданные для таких работников, как я, намного лучше тех, которые мы могли бы себе представить. Отношения в коллективе между сотрудниками очень хорошие. Работники сети магазинов «Ишонч» всегда на службе клиентов. После открытия магазина клиенты ознакомились с ценами, качеством товара и удобствами. Очень понравился. И товары, и цены хорошие. И удобная оплата в рассрочку сроком на год. Цены отличаются от рыночных? Да, отличаются. Недорогие. По карману. Понравилось то, что можно платить в рассрочку. Не все же могут сразу купить. Состоялась церемония открытия. Мы очень рады. Настроение поднялось. Очень красиво. Цены хорошие. Теперь нет необходимости ездить на Джахом базар. Это местный рынок. Спасибо. Теперь мы можем приходить и делать покупки здесь. Вслед за открытием торгового комплекса последовали и первые покупки. Я пришла посмотреть на товары. Действительно, выбор большой, и цены устраивают. Хорошо организован сервис. Думаю, приобрести кухонную посуду сегодня. Отметим, что открытие подобных филиалов магазинам со многими привлекательными и удобными условиями запланировано по всей республике.